Радуют победами шахматисты. Динара Садуакасова выиграла мировой турнир в ЮАР. Это первый чемпионат мира, который проходил на африканском континенте и собрал сильнейших спортсменов из 92 стран мира. Результат казахстанской шахматистки – 10 очков из 11 возможных. Тем самым Динара Садуакасова обеспечила себе победу за тур до конца финиша. Чемпионский титул стал уже третьим для шахматистки. До этого она была сильнейшей на первенствах планеты от 14 до 17 лет. Летом этого года называется Это очень престижная категория, самая старшая среди девушек до 18 лет. Начало турнира сложилось для меня удачно. Я набрала 4 очка из 4 и в 10-м туре, сыграв ничью, обеспечила себе победу. Так как отрыв от соперницы составил 1,5 очка. Конечно же, я очень рада, и что сумела показать и еще раз доказать, что Казахстан шахматная страна, и мы умеем хорошо играть в шахматы.